Когда мне было 15, я думала, что в 25 я буду другая. Взрослая, серьезная, с мужем и детьми. Четко выговаривай слова на вопросы, отвечай быстро. Из всего этого сбылось только одно. После этого эфира о тебе заговорят, как о новом Столыпине. Я взрослая. А вы, Даш, ну вы в курсе моей проблемы? Вы хотите стать президентом? А мне намекнули, что я плохо говорю. Да, но это поправимо. По очереди присоединяйтесь к купе все гласные. Понятно? Помогу вам. Не могу на него смотреть. Просто тупее и все забываю. Он до меня дотронулся вот так, а потом еще в щеку поцеловал. И... Значит, это с вами занимается мой муж. Вы не знали, что у ученика есть жена? Даша, дура. Доучились. Владимир Викторович, что ваша спутница? Не завидуйте. Оп. Очень неплохо смотритесь вместе. В этом возрасте все мужики хотят детей. У тебя есть шанс. На мое место. Видишь? Может быть, это не ваше место? Даша! Я тебя поздравляю. Какой сегодня праздник? Сего дня, день всех влюбленных. Гони подарок. У тебя ссылка в интернете больше, чем на Брэда Питта. Но этого мало. Возьми какую-нибудь девку, чтоб с ногами. Мне сейчас нужно, чтоб все обсуждали не завод, а с какой бабой ты на правительственных мероприятиях тусуешься. В юности не мечтаю стать депутатом. Я не помню, о чем я мечтал. Но уж точно не об этом. Есть вечная тема. Кровь. Покушение. Неудачное покушение тоже подойдет. Возьми жену, чтобы повизжал. Ну, хватит. Пусть новое платье выгуляет. Лака там не будет. Нам нужны свидетели. Я не смогу сегодня никуда поехать. Даша, мне нужно, чтобы ты сегодня была со мной. Стой, стой, стой! Я тебя люблю. Даш, я, правда, вообще не смогу ничего выговорить.